Аграрии Дагестана приступили к уборке озимых зерновых культур. Первыми на поля, где созрел урожай пшеницы, риса и ячменя, вышли земледельцы Бабаюртовского района. Там накануне побывал и глава Минсельхозпрода республики. Подробнее в материале Зумруд Гамидовой. Полоса в одну сторону, широкий разворот, и вот уже вторая полоса значительно потеряла в высоте. Тяжелая техника утюжит волны ячменя. Корабли полей бороздят гектар за гектаром. В ходе визита делегация посетила КФХ «Узюмчу» в селе Хаматюрт. Общая площадь пахотной земли в этом хозяйстве составляет 130 гектаров. Здесь выращивается высокоурожайный сорт ячменя «Надежда». Для комбайнеров такая экстремальная жара в работе не помеха. Выдерживать ее им помогает современная техника, точнее климат-контроль. Развернулась страда и в соседнем хозяйстве Нур. Здесь фермеры рассчитывают получить по 50 центнеров с каждого гектара. Я думаю, неплохой урожайность тоже будут. Как говорить, грех тоже жаловаться. В общем, я считаю, нормально. Единственное, плохо, что нет артезианской воды. У нас в Бабаюрте такие, как Суласская река, такой здесь воды нету. Всего в Дагестане под озимыми культурами занято более 90 тысяч гектаров. По словам Абзагира Гусейнова, урожай этого года будет не ниже прошлогоднего. Урожай ожидается неплохой. Ждем отчета от администрации района, от фермера самого. Вот. Как мы видим, здесь 35 гектаров поля. В целом хотел бы сказать, что парк техники в республике, конечно же, не хватает там зерноуборочных комбайнов. Но мы привлекаем с других регионов на уборочную пору. Ожидаем неплохой урожай, несмотря на то, что апрель месяц был засушливый, но нас выручил майские два дождя. Поэтому урожайность мы ожидаем не ниже прошлого года. При отсутствии осадков уборка продлится не больше месяца. В целом урожайность в Бабаюртовском районе должна даже превысить показатели прошлого года. На сегодняшний день техника у нас неплохая. Почему? Потому что Дагснаб нам поставил технику. Спасибо им за то, что они помогают. В этом году мы собираемся урожай получать, как в следующий году, может и больше, наверное, на 5-10 центнеров. Зумруд Гамидова, Башир Алиев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Бабаюртовский район.